Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о нескольких правилах ухода за собакой во время линьки. Дважды в год, весной и осенью, шерстяной покров собаки обновляется естественным образом. Чтобы ваш питомец спокойно пережил период линьки, стоит соблюдать некоторые правила. Важно ежедневно вычесывать шерсть собаки специально подобранной щеткой, форминатором для подшерстка или массажной щеткой. Расчесывание полезно животному, потому что это помогает удалить отмерзшие волосы и ускоряет рост новых. Также это стимулирует верхний слой эпидермиса, что улучшает кровоснабжение и поступление питательных веществ к корням волос. Улучшается и внешний вид питомца, ведь шерстка становится гладкой и шелковистой. Кроме того, ежедневный уход за собакой уменьшит потребность постоянно пылесосить и убираться, снизив количество шерсти в доме. Обязательно используйте специальный кондиционер для собак, который улучшает структуру шерсти и питает кожу. Такое средство позволяет сделать волоски покладистыми, в результате они не будут путаться во время вычесывания. Не рекомендуется часто купать собаку, но когда это действительно необходимо, воспользуйтесь ЗОО-шампунем, содержащим протеин и укрепляющим шерсть. Использовать моющее средство для подпитки волосяных луковиц стоит не чаще одного раза в месяц. Добавляйте к привычному рациону собаки масла холодного отжима, минералы и витамины. Используйте специальные комплексные препараты, улучшающие качество шерсти. Если вы кормите собаку натуральным кормом, увеличьте содержание белка в ежедневном меню. Шерсть состоит из кератина, и именно белковые компоненты являются строительным материалом волоса, делают его эластичным. Желательно добавление полноценного белка в виде мяса с низкой жирностью, печени и куриных сердец. Линька у собак нелегкое испытание и для животного, и для его владельца. Постарайтесь помочь любимцу преодолеть все возникающие сложности. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.